Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с тобой продолжаем играть во ФНАФец и проходить четвертую ночь уже на этот момент. Да, это тоже видео со стрима, ссылочка в описании, если ты вдруг хочешь подписаться на стримы и все такое. Поехали. Дальше. Следующий уровень. Так, а я не помню, а кто в этот раз у нас появляется? По-моему, просто все более активны, да? Это был не сосед, это была я. А я не против. Так, значит, по-моему, чаще... Сейчас просто аниматроники активнее, да? И все. Привет, братец. Здорово. У меня не было. Были проблемы. Понимаю. Смог пупочек меньше, чем ты. Спасибо. Я тоже, в принципе, долго не стримил. Так вот, про пупочек не надо, лучше про слава хаоса. Я тоже долго не стримил, потому что были проблемы, но, кажется, я их более-менее решил. Так, смотри, мне надо, наверное, проверять тоже... Фреддика? Правильно понимаю? Каким образом от Фреддика защищаться? Эндоскелет теперь будет? Это проблемно. По-моему, мне надо проверять Федора. Ну, потому что он типа ко мне прибегал. Так, Чика стартанула. Понятно. Держи за меня кулачок, все будет нормально. Потому что мне нужно проверять только две вещи. Опять лампочку мою хотел стырить, сволочь. Я видел, что ты делаешь. Ого. Он, по-моему, кстати, быстрее стал. Шлеп. Нет, сори. Сори, сегодня тебя тут не будет. Фреддик, по-моему, сэбал. Ладно. Окей. Пока. Хо-хо-хо! Ничего себе, ты посмотри, что творит! Уже вылез! Ну давай! Давай! Я ссу, короче, Федора. Федор это самая какая-то непонятная шняга для меня. Я не понимаю, как он работает и откуда он приходит. Чекуйся, сейчас придет. Угу. Я понимаю. Так, Фокси сейчас стартует. Чика, ты пиццу все еще не принесла. Пшла вон! Пиццу принесешь, тогда все будет. Ты заржала, а ей весело с этого. Ха-ха, меня прогнали. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сказала она. Ебать, а вот это я не видел. Мне нравится, как она смотрит на меня, знаешь, она такая стоит. Чё как? Хоп-хоп. Так, это что-то страшное там происходит. Слышишь? Там звук какой-то. Дидли-дон, дидли-дон. За дверью. Так, сейчас Фокси побежит. Окей, ты странная. Она странная. Фоксян, беги. Беги, давай. Та-а-а. Что он такой долгий? И вот я тебе говорю. Сейчас я выгляну туда, а он сразу побежит. Привет. Шел он. Ушла. Найс. Найс. О! Фоксян! Все, Фоксян еще шел, хорошо. Стоящий контент от Бонни пошел. Хорошо. Вот этот контент поехал. Здорово, я также на хай-сити. Я все ссу, короче, Федора. Я ссу на Федора. То есть ссу Федора. То есть боюсь Федора. И ссу на ведра. Так, прекрати. Я не знаю, что я говорю. Просто я не ожидаю сейчас атаки Федора. Я не понимаю, когда ее ожидать. Бляха. Окей. Ебат. Сейчас побежит. До сюда. Так, ну, пока хорошо. Опять кто-то угорает. Да что смешного-то там такого? А Федор может сюда прибежать? Интересный вопрос. Скажи, а Федор может сюда прибежать? Колу там поставили, козлы. Даже колу не выпили. По-моему, я слышал какой-то звук. Так, нет. Это опять... Опять лампочку мою тырил, сволочь цветастая! Опять стоящий контент от Чики. Классика. Классика жизни. 56%. Два часа. Как я это пройду? Как я это просто пройду, скажи мне? Ёб твою мать!
Так, там что-то смеялось. Да в жопу ее внимание! Да в жопу ее внимание! Пусть она и пиццу туда себе сунет! Пусть вообще сует себе куда угодно, что угодно. Главное, от меня отвалит. Может, вон ту вон колу взять и сунуть ее себе туда же. Я проблем с этим не имею. Это что в смысле? Понятно. Все ясно. Все ясно. Плюс Федя. Ты чё там стоишь-то, дурак? Бляха. Дверька, хорошо. Все еще там. Дядя, а можете, пожалуйста, отсюда собать? Вон он стоит. Да не хочет она внимания, оставь ее в покое. Комплимент Чики дать? Не, она слишком... Слишком Чика для этого. Так, Фоксян, стартуй ко мне. Ой, Чика ко мне идет. Ого. Так, по-моему, Федор прибежал. Найсуха, братуха, я понял все. Ебать, Боня, тебе что так нехорошо-то? Здорово! Это... Федя, какого хера, Федя? Так, Боня ушел. Что? У меня просто кемпедрист за кемпедристом. Они просто все кемпедрят. Идите вон туда, вон, и вместе откемпедрите друг друга. Что вы ко мне приходите? Что вам надо? Пусть радуйтесь жизни вместе. Оставьте меня в покое. Лень, его глазки соблазняет меня. Нет, не надо мне тебя. Ты меня убить хочешь, я в курсе. Так, погоди, а куда Фокси сварил? Вот где он сейчас? Это что за звук там сейчас был? Так, Фокси сейчас ко мне прибежит. Ты серьезно? О, а я могу свет врубать? Сука. Он такой постучал. И убежал. О, Фоксян видел. Найс. Так, ну вроде бы Федор не должен на меня нападать сразу. Нафиг мне этот свет вообще? Ага, банях. Здорово. Федя, угу. Им нужны лампочки. Самое важное, что нужно в жизни. Лампочки. Опять ему там плохо. Закрываем дверь. Хорошо. Бонни! Бонни, окстись! Бонни! Бонни, прекрати! Бонни! Это была не оскорбинка, Бонни! Не нужно было ее есть! Привет, здорово! Да-да-да, сдавай! Не, не буду. Ух ты. Вряд ли. Вряд ли. Может быть, если придумаю какой-нибудь интересный формат. Угу, ясно. Все ясно. 22% энергии. Сука, ты туда же! Это была не пицца! Они просто все жрут какую-то хрень. Долбоёбсы. Ебать, я посрался! Тихо, тихо, тихо! Нет, 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 это не ты. Его опять плохо. Бонни, опять ты туда же! Хватит это жрать! Так, 15%. Не, не выживем. Не выживем. И что ты встал там? Так, сейчас Фоксян прибежит. Серьезно. Ладно. Не спрашивай. Я сам не знаю, что это было. Энергии нету. Ха! Сыграем на реакции.
Блять, у меня энергии просто нету, мне нужно жить. 1%, 1%, 1% остался у меня. Давай. Окей. Своя атмосфера у ребят. Сори, бро. Сори. Сори, сори, сори. Сори, сори, сори. Ноу! Ноу! Сука! Я думал, это хороший план! Я думал, это сработает! Видимо, не судьба. Видно, не судьба. Я понял, как с ним надо выживать. Все, мне все ясно. Чисто такой. Оп, здорово, бро. Хорошо, я понял, как это надо делать. Я понял, как это надо делать. Так, короче, мне просто не надо его... Не надо вообще на него внимания обращать, пока он здесь. Он потом подбегает и потом нападает. Все ясно. Все ясно. Так, а пока ни о чем не паримся. Че, как дела? Как у тебя дела? Как у тебя настроение? Рассказывай. У меня настроение нормальное. Пока что ничего не болит, пока что все в порядке. Так, где они? Угу. А у тебя как настроение? Как погодка? У нас холодно. У нас так классно сейчас. У нас прям снег. Красиво. Выходишь на улицу и ослепляешься просто от того, насколько все белое. Это реально круто. Ну, то есть, не круто ослепляться, но в целом довольно прикольно. Пиццу я... О, понятно. Я бы хотел. Я бы хотел, но нельзя. А золотого иди проверь. Походи по пиццерии. Потом. Я сейчас как-то совсем не в настроении ходить по пиццерии, если честно. Потому что мне кажется... А, хотя ладно. Че бояться-то? Пойдем смотреть. Здорово. Ты куда? Ты куда? Ты ко мне? Ну давай. Давай, давай, давай. Давай, пока. Кто у нас со счетом есть? О, Бонни встал. Неплохо. Ха-ха, у вас Бонни встал. Ха-ха-ха-ха. А что это у нас тут? А что это у нас тут? Ух ты. Ты меня так не пугай. О, там какие-то звуки пошли. Я не хочу про погоду, я только домой зашла. Ну, я тебе тогда не завидую. У нас нормально. Ну, особенно если ты знаешь где-нибудь. Я больше всего, я много раз это говорил, я больше всего обожаю, когда я нахожусь дома, а всем остальным холодно. Бу-га-га-га-га-га. Всем холодно, а мне норм. Банях, здорово! Уху-ху. Хлоп. Найс. Так, теперь, что у нас там? Пошли смотреть. Не, подожди, сначала Фоксина надо проверить. Да, я, конечно, осмелел. А что нет? А что не осмелеть-то? Когда понимаешь правила игры, тогда уже все норм. Главное, чтобы только этот Фредик меня не прикончил. Понятно. Все ясно. Ну такое. И это вы называете трудности? Смотри, прохожу вот с этой попытки. Клипу, если что. Прохожу с этой попытки. Еблонти ты. Так, ждем. Ждем. Угу. Я понял. Когда первый дзинь, когда первый ха-ха. Здорово. Добро пожаловать. Неплохо. Звучит как неплохой план. Так, ты у нас там все еще? Понятно. Понятно. Опять лам... Оставь мою лампочку в покое, твари, эти ноги обломаю, руки обломаю, все обломаю. Мудила. Так, нет. Все нормально. Вот тут вот. Швабру. Засуну тебе куда-нибудь подальше. Ага, понятно. Не понял. А. Интересно. Окей. Хорошо. Ну, в принципе, хорошо. Я не против. Ого. В смысле? Это чё, ха-ха? Так, ладно. Ага, вон он, Фокси. Скоро стартанет. Я сейчас больше всего боюсь вот этого вот. И, Андрей, есть, возможно, хорошая идея для стрима. Угу. Можно поиграть в игры от Телтали Гамми с режимом Чироу. В нём зрители принимают участие... Я посмотрю. Только я не знаю, есть...
Окей, я посмотрю, что это значит, потому что я не очень понял, что ты сказала. О, здорово, бро. Подписался на Хасита Фокс или нет? А? А? Так и знал. Конечно, подписался. Он, видишь, ничего мне не сказал. Молчание, знак согласия. Когда следующий стрим? Завтра 18:00. Он каждый день. Хоп-хоп-хоп. 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 Нормальная тактика, на самом деле, вот так вот перебегать. Только главное, чтобы успеть отреагировать, если что. Ага, смотри, успел. Хоп, хей, ла-ла-лей. Иди-ка нахер ты. Ага, понял, где он. Я очень много пропустил. Да, одну ночь. Но, в принципе, такое. Это ж FNAF. Что тут можно пропустить? Ага, понятно. Ему опять хорошо. Что там у нас? Дурилка. Так, опять там ха-ха. Чё встал-то? Чё встал-то? Взял, встал. Это в смысле так? Это так задумано, что он просто взял, встал там. Так, ладно. Ага, ушел, хорошо. Ух ты, бляха. Максимум концентрации, смотри. Сколько времени? Сколько времени? Сколько времени? Сколько? Ага, 2 часа. Ага, чекуня скоро прибежит. Хорошо. Но об этом я пока не парюсь. Опять Бонни! Ну серьезно, сколько можно? Ладно. Ага, Федор скоро придет. Все ясно. Когда новый видос на Хасит? Завтра. Если успею отмонтировать, там просто много нужно монтировать всего. Ну, типа, на Хасите я очень стараюсь над контентом, я пытаюсь сделать его душевным, поэтому... И там нужно монтировать. Но я стараюсь каждые 2 дня выкладывать видео, поэтому... В среднем, каждые 2 дня ты можешь там видеть видео и быть в этом уверенным. Чика-чика-чика-чика-чика-чика, ты пиздос! О, ушел. Найс. Открывай дверь! Что, it's me? Эй! Так, а вот это вот херово! Ты что ты тут стоишь? О, я могу на тебя светить фонариком? О. Она просто своим жирным телом заняла весь мой офис. И ничего с этим поделать я тупо не мог. Она просто своим жирным телом заняла весь мой, мать его, офис. Там, блядь, армия поместится! Армия! Просто отряд солдат поместится там, и у них еще хватит немного места, чтобы чаечков там попить, блядь, автомат свой поразбирать. Но нет, чека одна своей жопой заняла весь офис! Ну и на этом все, дорогие друзья. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Подписывайся на канал, оставляй свои комментарии. Увидимся с тобой уже в следующих сериях. Пока-пока-пока. До скорого. Удачи.